помощь для здоровья от государства. Гражданам льготных категорий предоставляется набор социальных услуг. В них входит бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также бесплатное получение лекарственных препаратов по рецептам врача. Человек у нас должен стоять на учете, несмотря на у специалиста какого-либо. То есть неважно, это будет терапевт, эндокринолог, хирург. Вот. Он должен состоять на диспансерном учете, человек имеет льготную какую-то категорию, обращается к врачу, врач выписывает рецепт, по этому рецепту пациент идет и получает лекарственные препараты у нас в аптечном пункте. Гражданин вправе получить вместо лекарств единовременную денежную выплату. Для этого нужно подать заявление в пенсионный фонд до 1 октября. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии фонда 8 800 250 88 00.